Люблю Север, воевал здесь. Ну и за сына, конечно. И что же, единственный он у вас? Да, один. Опасная вещь. Жена умерла рано. Да, дети, дети. Не столь с вами хорошо, сколь без вас плохо. А у меня четверо их. Первенец на Балтике родился. Владимир, он тихоокеанец. Петр черноморец, а младший оторва здесь, полярник. Побросала вас. Служим Советскому Союзу. Пишите. Садитесь, Митрофан Игнатьевич. Ну что с Часовниковым? Как и докладывал, не подтвердилось. Вы лично проверяли? Лично, товарищ адмирал. Ну, немножко-то хватил. Данных нет. А кого опрашивали? Вахту Платонова. Ну, Платонову можно верить. Разрешите? Товарищ адмирал, по вашему приказанию... Папа! Капитан лейтенант Часовников! Садитесь, Часовников. Есть. Дошел слух, будто у тебя здесь похождение. На поверку ничего не было. Так было или не было? Было. Как было? Когда ничего не было? Товарищ капитан лейтенант, вы не сочиняйте. Тут вам не поэзия, тут флот. Все было. Меня схватил патруль. Я пуговицы рванул. С умыслом. Виноват во всем наш круг. Нашкодил. Прошу никого не винить. Иначе штаба ни старпом, ни вахта, ни командир. Я только я. Это уж мы сами разберемся. После разговора зайдешь ко мне. Есть! Платонова ко мне. Есть. А я думал, Платонову можно верить. Если кому и верить, то ему, товарищ адмирал. Коли наврал, нет веры. Не врал. Взял на себя. Он решил, я нужен флоту, а флот нужен мне. Потому и порвал рапорт. Вы нужны флоту? Вы? Так. А флот нужен вам? Так, дальше. Все взял на себя, на свой личный, персональный. Ну какой же ты вранье? Разрешите. Товарищ адмирал. Его на корабле никто ни разу не подводил. Я первый открыл счет. Все взял на себя. На свою личную, персональную. Тебя как на флот занесло? По путевке комсомола. Сам попросил? Сам. Все сам. И рапорт порвал сам, и попросился сам. Сам. Все сам. Все сам. Ну и сам пойдешь и напишешь рапорт. Накажем обоих. После похода. Идите. Есть. Сам. Все сам. А ведь правильно сделал, что сам попросился. Флот — это поэзия, Зуб. Поэзия. Так точно, товарищ адмирал. Поэзия. Океан. Большое хозяйство.